модернизировать ПХУ, ставить новое оборудование. Программа у нас экологическая большая, чтобы очистить воду максимально, насколько это возможно. Директор по производству АО «Москокс» Дмитрий Духанов провел немало экскурсий по заводу, но сегодня публика особая – металлурги, специалисты в области обработки сплавов, представители ученого сообщества. Такую публику на Микине не проведешь, особенно когда дело касается защиты природы. Это передовой завод в области экологии. Вот вся эта делегация, кто приехали, основная цель именно посмотреть, поделиться опытом, чтобы на других коксохимпредприятиях этот опыт в области экологии переняли. Все приехавшие на «Москокс» – участники 4-й международной конференции, которая носит название «Коксохимическая промышленность. Состояние и перспективы». Именно в ее рамках проводится нынешняя экскурсия, и упор здесь сделан на экологии. Окинув опытным взглядом завод, специалисты остались довольны. Трубы не дымят, печи стоят хорошо. То есть вообще видно, что за экологией следят. Хотя завод не молодой, совсем не молодой, да, но вот сравнивая даже с другими заводами, тут очень хорошо в этом плане. В вопросах экологии предприятие уже на протяжении нескольких лет проводит политику максимальной открытости. По сути, любой желающий может записаться на экскурсию и посмотреть, как работает завод и какие технологии здесь применяются. И представители промышленности приезжают к нам, и общественность. Знаете, у нас экологические разные мероприятия были, и жители приезжали, и детские экскурсии мы проводили. То есть это очень распространено, мы всегда открыты и рады гостям. Фотография на память у Стеллы, расположенные напротив проходной, и участники конференции отправляются дальше. Их день насыщен мероприятиями. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.